а там очередной лайфхак для выживания в нашем мире. Зачастую бывает, что мы не знаем, от чего у нас происходит такое состояние, когда мы не высыпаемся, не хватает сил, все раздражает. То есть все это сводится к тому, что там говорят психологи, вы что? Вы в состоянии стресса, жуткий монстр нашего времени. Но есть метод, их на самом деле много, но самый простой выглядит следующим образом. Если вы чувствуете, что вы раздражены, у вас все выводит из себя, у вас нет энергии, можно вернуть эту энергию, используя методику. Берете для начала стакан воды и восстанавливаете свой водный баланс. Потому что мы 70% вода. До медузы не дотягиваем, но хорошо. Для того, чтобы восстановить свою энергию после того, как вы восстановили водный баланс, две руки делают следующее движение. Расслабили, зажали свои плоские кисти и подняли плечи максимально к ушам. Это положение работает с энергетическими каналами и с четырьмя зонами мозга. Мы выстраиваем свой мозг на новый режим работы, а он, в свою очередь, дает команды всему телу для того, чтобы восстановить ваше состояние. И в этом положении поджимаем подбородочек и просто дышим. Дыхание постепенно замедляется, и оно становится уже не частым стрессовым дыханием, а медленным, размеренным. И вы восстанавливаете свое состояние и свою энергию. 11 минут, и вы восстановите. Пользуйтесь. Сатнам.